Привет, народ! Сегодня у меня посылочка. Пришла вот такая большая. Не знаю, что пришло. Посылок достаточно много. О, прикольно. Я посылку не открывал. А она вот такая вот открытая. А, вспомнил, я вспомнил, увидел. Но мне вот это вот поразило, то, что открытая она пришла почему-то. Вспомнил я, что я заказывал. Мы с семьей выбираемся часто на отдых куда-нибудь, на природу. И у нас палатка есть, ну и есть матрас надувной. Так вот, чтобы накачать его не руками, не вот такими ножными насосами. Это мне совсем не нравится. Какой-то грязноватый, что-то в нем болтается. Разобрать что никак. Ну ладно, даст бог. Даст бог, все будет нормально. Итак, вот чтобы не ногами качать, у меня в машине автоинвертор на две розетки. Не помню, насколько, на 600 миллиампер или чего-то того подобного. И к нему вот точно такой же почти насос, но маленечко по-другому он сделан. Насос 220 вольт. Ватт. Не суть важно. Вот. И им накачиваешь. Но у инвертора потом вот эта фишка, разъем вообще раскаляется чуть ли не до бела. Я плюнул, думаю, блин, сколько можно уже, наверное, пару лет ездить, и почему бы не купить бы уже нормальный насос, который бы работал бы от 12 вольт, имел, в принципе, достаточно большой провод. Ну да. То есть машину подогнал или матрас к машине подвел, подтащил, накачал и унес. Вот такие вот здесь три переходника. Вот этим можно накачивать, в принципе, всякие, как они там... Ну, мячики навряд ли им накачаешь, а всякими кругами, на которых потом купаться, как они там, не знаю. Вот это тоже для своего рода, видать, для матрасов. А мне, наверное, нужен будет вот такой, да, вставляешь вот так вот, вот, и в матрас, и кнопочку включаешь, и вот. Жалко, что нельзя разобрать, точнее, я, в принципе, посмотрю. Но проводков я нигде... Я нигде не вижу, где бы он бы скручивался. Возможно, он спаян. Да, походу он спаян. Угу. То есть не разобрать. Ну, я очень надеюсь, что он будет работать. Обязательно попробую. Ладно, с вами был Сергей. Вот такой вот у меня сегодня насос на 12 вольт. Не использовать более 30 минут. Короче, нужно это потихонечку накачивать. Так, вот здесь у нас даже инструкция есть. Да, еще хочу сказать, хотел купить в городе, но такой насос стоит около 1000 рублей. Что я сказал, да ну, идите вы в баню. Я лучше прикуплю. Так, это у нас выход. Ну, короче, когда буду накачивать, посмотрю, откуда что. Там как центрифуга, она вот так вот крутит и выкидывает воздух. Ну что же, вам спасибо. Переходите по ссылочке, смотрите. Надеюсь, кому-то понадобится такой хороший насос. Покупайте. Ладно, пока.